Привет, друзья! Скоро-скоро стартует запуск курса «Расчет рациона». Я считаю, что это самая важная информация, которую вы когда-либо могли услышать от меня. Почему это самая важная информация и почему ее нужно прям дарить близким людям? Потому что я сама это сделала. Я прям попросила. Я не могу заставить, но я могу попросить свою маму и свою вторую маму, это моя свекровь Галина Сергеевна, прям просмотреть этот материал, потому что это очень важно. Нас учат чему угодно, но только не построению рациона. Я прям попросила их это сделать, потому что я хочу, чтобы мы собирались очень-очень долгие годы нашей большой семьей, и нам было весело, интересно, и все были здоровы. Я очень хочу, чтобы мы с мамами поездили и они увидели мир, потому что так многого они еще не видели. Я очень хочу каждый день, там, по итогу дня позвонить маме, рассказать, что у меня там такое натараторить было за день, и чтобы она мне бодрым голосом сказала: «Классно! Я тобой горжусь, у меня тоже все круто! Ай, боже, я этого очень хочу!» Я хочу уезжать в очередную поездку и не бояться, что там что-то дома может такое стрястись, и что мне нужно будет экстренно возвращаться в Украину и решать вопросы по здоровью. Я всего этого хочу. Я думаю, что мы все нормальные люди, и мы этого хотим. Просто у кого-то акцент на мамочках, папочках, у кого-то акцент на муже, потому что это тот самый родной и близкий человек, без которого, ну, вообще вселенная не вселенная. А для кого-то это дети. И этот курс надо передавать по наследству. Я думаю, что вы не прям курс будете передавать по наследству, а ту выжимку, тот материал, который вы усвоите в своей ежедневной практике, когда вы будете наполнять тарелки, свою тарелку, тарелку каждого члена своей семьи и строить совершенно принципиально другого качества кожи. Вы же не покупаете некачественные вещи, да, а кожа, а ваша. Это же только от вас зависит. Принципиально другого качества кости, да, это не видно. Но это видно в осанке, это видно в походке, это видно в том, болят суставы или не болят. Отравлены последние 10 лет жизни вот этими невероятными болями, которые снимаются только нестероидными противовоспалительными средствами или не отравленными. А иммунитет, слушайте, дети. Ведь дети, ведь они беззащитны. И нужно сформировать этот иммунитет. И все. Ну, это все стратегия построения рациона. Если человек ест фигню, пьет фигню, даже если он думает, что это очень правильное питание, то добра не будет. Поэтому, кто еще не в раннем списке, друзья, присоединяйтесь в ранний список 10 декабря, прям утром, будут открыты доступы к сайту, и вы сможете сделать чудо чудесное, стать строителем своего тела, тел своих близких людей на твердую пятерку. Это тот кирпичик, то знание, которое, возможно, пока ускользает от вашего понимания. Присоединяйтесь, давайте строить себя качественно на твердую пятерку.